И всем привет, ребята! Вот и наша новая серия Pentro Royale. Сегодня мне каким-то чудом в руки попало прям очень интересное оружие, а именно QBZ Cobra. Потому что это, наверное, одно из самых мощных оружий на калибре 5.56. Но как оно себя покажет, мы дальше увидим. Ну а вами желаю, как обычно, приятного просмотра, приятного аппетита тем, кто кушает. Ну и, конечно же, не забываем про подписку на канал. Ведь нас с каждым днем все больше и больше, и вот-вот на канале уже будет 55 тысяч человек. За что вам просто огромное спасибо. Ну а мы начинаем. Погнали! Вы думаете, что я вас не переиграю? Что я вас не уничтожу? Я вас уничтожу. Вам снова угрожают, а вам нечем ответить? Магазин Metro Market подготовит вас к поединку. Ну вот и где кто есть? Почему, когда я появляюсь около этого дома, меня тут же кто-то снимает? А когда я появляюсь в нормальном месте и могу кого-то снять, то все люди как будто испаряются в первые там 2-3 минуты. А вот и первый. Он типа там гаситься собирается теперь. О, позицию сменил. Уже хорошо. Вообще, по идее, можно будет и попробовать зарашить его, но, честно говоря, вообще не знаю, стоит ли оно того или нет. Потому что мало ли у него с собой граник. И все, и приплыли. Потому что я забыл свой граник на тебя накинуть. Ну, а как минимум попробовать, я думаю, все-таки стоит. Готов. И причем далеко не с первого попадания отъехал. Я так понимаю, там прям очень подзаряженный чувак был. И еще и розовый. Нормаленько. Мне это уже нравится начинает. О, пятый броник. И еще и со свинцованной тканью. Ну капец. Вот почему мне в формате голый в соло никогда вот так в начале боя практически не падает. А я думаю, это было бы прям очень даже неплохо. Зайти, как обычно, в формате голым в соло, а потом еще и радиацию залутать. О, а вот, походу, и следующая цель. По домику гоняет. Только вот как его доставать теперь оттуда, я вообще пока не понимаю. Вот как бы сейчас в тему была бы хотя бы одна-две подстволочки к нему. Чтобы хотя бы его с толку сбить и заставить там пошевелиться. О, уже раздамажили. Я думаю, надо рашить. Не знаю, конечно, что из этого получится, но, блин, либо сейчас рашим, либо он так и будет сидеть в этом домике. Тем более он уже схватил голову от нас. Готов. И причем это была фуловая шестерка, но в пятом шлеме. А вот, кстати, и подстволочка. Ну все, вот это уже другой разговор. И вот теперь с этого момента уже можно прям нормальненько поиграть. С подстволочкой-то. О, он еще и бойсика не купил. Только вот, к сожалению, у меня опять нету денег. Все последние деньги ушли чисто на патроны и на обвески для QBZ. Потому что изначально она у меня вообще голая была. Даже не помню, откуда она у меня выпала. То ли с боя я ее принес, то ли с какого-то ящика. Честно, вообще даже сейчас не вспомню. Вау! Это еще кто? Еще и на зажигательных. Ну капец. И вот так я вовремя сегодня вышел с магазинчика. Вообще уже, честно говоря, очень давно хотел отыграть чисто с рожка. Потому что тут людей вообще валом. Постоянно кто-то да приходит. Готов. Серьезно, не умер? Опять не умер?
что за бессмертный ботиночек сейчас был? МХ-шка? Нормальненько. Только-только нашел себе подстволочку и на тебе. Выпадает МХ-ха. Ну, кстати, я тоже думаю, очень даже неплохо, потому что патроны на Кьюбизиху вообще уже прям на пределе. Пару перестрелок и все. Я, конечно, все понимаю. Но я капец как не люблю, когда мне вот так вот спину пытается кто-то зажать. Но зажимать на таком расстоянии с вектора, это максимально глупое решение. Вот прям 100% максимально глупое. Подошел бы поближе, у него бы еще, наверное, был бы шанс забрать меня. Но не с таких вот расстояний. И, кстати, у него еще и на МКХ у патронов куча. Причем все топовые. Я думаю, если вдруг неоткуда будет взять патроны на нашу кьюбизиху, то как минимум придется половину боя дальше доигрывать с МКшкой. Что, конечно же, с одной стороны неохота, а с другой стороны, куда деваться? Я как бы не думал, что вот так получится. Что все в подряд будут ровно с тем, чего нет у меня. Потому что когда я записывал серию с Аругом, то там чуть ли не каждый второй гонял с 5.56. И патронов, как обычно, всегда валом было. Но почему-то сегодня все не так. Оп, боты готовы. Осталось только бойско забрать, и там уже можно будет куда-нибудь двигаться. Только вот куда именно, я пока вообще не понимаю. С одной стороны, можно и в радик сгонять, раз теперь пластина есть. А с другой стороны, у нас нету ни места, ни нормальных патронов на QBZ. А с МКХ я там уже сотни тысяч раз был. Да и, в принципе, радиация недавно была. Было бы неплохо сейчас, если бы еще и флайер выпал. Тогда бы, наверное, я прям вообще максимально радовался. Ну, это, конечно, не флайер. Но, по-моему, кто-то сзади пришел. Я прям 100% услышал эти пару шагов сначала по траве, а потом по какой-то деревяшке. И причем это нифига не босс был. Потому что он только-только сагрился на меня. Блин, может быть, рискнуть и начать босса убивать? А этот парнечек как-то смелится сам ко мне придет. Ну серьезно, я его вообще отсюда не вижу. О, а вот и паренечек одумался. Фига, еще и простреливают. Ну ладно. Тогда по-другому сыграем. Готов. И опять патроны на МКХ. Ну капец. Куда мне их столько? Я ж сегодня с другим оружием специально зашел, чтобы попробовать с ней поиграть. И кстати, она капец как себя хорошо показывает. У меня вообще за эти пару минут боя такое ощущение сложилось, что по факту на QBZ больше, сильно больше урона, чем заявлено в характеристиках оружия. Но вы сами видели, как фуловые шестерки от нее отлетали. Хотя я сегодня играю чисто на синих патронах с нее. Мне кажется, по урону она легко сопоставима с какой-нибудь грозой высшего качества. Красный? Нормальненько. И еще и шлем. Вопрос, вот куда мне теперь это все пихать? В мой непутевый четвертый рюкзачок, который уже и так забит от кучи патронов. Ну ладно. Будем, значит, теперь вот так гонять. Надеюсь, этого количества патронов мне на весь бой вперед хватит. Еще бы вот придумать, куда с ними можно сходить. А так пока все нормально.
Ну ладно, по крайней мере у нас уже вот-вот должен появиться первый временной босс, и на него, я думаю, и можно сгонять. Ну а пока так чисто, пару письменных ящиков. Мало ли сейчас повезет и выпадет письмецо. Я бы сейчас не отказался открыть пару писем. Хотя бы даже не черные. Так, ну и где у нас боссик выпадет? О, кстати, не так уж и долго бежать. Я думаю, мы 100% должны там появиться. Погнали. Ну капец, я сейчас пока бежал, вот прям до последнего думал, что раз этот босс очень близко к нам находится, то я там буду первый. И на тебе. Даже добраться еще не успел, а там уже кто-то во всю симкахе его разваливает. Причем по идее он уже вот-вот вообще пропасть должен. Все, босса больше нет. И как вы теперь этого паренечка забирать? Потому что я пока вообще не понимаю, где он там бегает и по кому он там еще наяривает. Серьезно? Там их и двое оказывается? Нормальненько. Вот так зашел на босика. И что мне теперь делать? Типа я тут как бы третий лишний? Мне кажется, вот эта вот канитель очень долго может продолжаться. Пока один другого заберет. Потому что он явно по нему не попадает. Совсем, по сути, в другую сторону наяривает. Блин. Ну, видимо, будем ждать. Как минимум до того момента, пока один не останется в живых. Ну, либо же не подойдет более удачный момент, чтобы выскочить и забрать его. Погнали. Капец. Минуты три уже прошло, как я здесь валяюсь, и вообще ничего не происходит. Что я того парня не вижу, который где-то в этой будочке сидел, что второго, который куда-то слева убежал. Не, я вот так вот больше лежать не собираюсь. Ну серьезно, тут можно и весь бой вот так проваляться, и вообще ничего и нигде не успеть. Прям вот была не была, получится получится, нет нет. Как ни крути, они там полубомжики, а я все-таки фуловая шестерка. Оп, первый готов. Осталось только теперь как-то второго снять. Который изначально был в будке. Но где он находится сейчас, я вообще без понятия. Серьезно? Он уже оттуда свалить успел? И тут еще одна МКХ. И вот куда мне их пихать? У меня и так уже места совсем нету. Не, ну изначально, я думаю, надо посмотреть все-таки, где этот паренечек. Потому что я бы не хотел сейчас вот так вот присесть лутаться и просто выхватить пару магазинов в бубен. Потому что я бы 100% отъехал от этого. Вот тебе и прождал, пролежал. Хотя прошло всего минутки 2-3, как я туда пришел. И за эти 2 минуты он успел куда-то свалить. Причем максимально незаметно для меня. Ну ладно. Значит, будем пробовать как-то вместить ее в себя. По идее, если я сейчас все патроны на QBZ-шку выкину и весь оставшийся мусор, то тогда, возможно, она и поместится. Но, скорее всего, совсем уже без обвесов. Только вот дальше придется, если что, с МКХ отыгрывать. Потому что, как ни крути, но МКХ все-таки помощнее будет, чем тот же самый QBZ. О, походу с бойсика выпал какой-то рюкзачок нифиговый. Потому что точно такой же рядом валяется второй. А это значит там минимум либо четвертый, либо мне кажется какой-нибудь пятый, даже может быть шестой. Не, ну все равно, куда он мог пропасть? Я вот до последнего лежал там и не видел, чтобы открылась дверь и он из нее выбежал.
То, что она туда-сюда открывалась, я точно помню, но чтобы он выбегал из нее, вообще ни разу. Да и мне кажется, этот паренек бы его 100% тоже заметил. Хотя он лежал и смотрел вообще далеко не в ту сторону, откуда ему могли нанести удар. И каким-то чудом он смотрел именно в мою сторону, откуда я, в принципе, и пришел. Серьезно, еще и так обвесы не снимешь? Нормальненько. Вот так я сам себя озадачил. Категорически маленьким размером рюкзачка. Все? Теперь-то более-менее все поместилось. Только вот патронов у нас вообще никак не помещаются. А нам бы хотя бы половиночку из них забрать. Ну, чтобы чисто. Либо на одну жирную-прижирную перестрелку, либо на одного полноценного босса. Ну, хотя бы вот как-то так. Уже прогресс. Ну все? Теперь можно, наверное, дальше двигаться? Только я уже не знаю, что в этом бою поделать можно. Потому что места у меня и так совсем нету. Поэтому погнали. Блин, раз, наверное, на 5 я этот рожок оббежать успел. Все в попытках дождаться бойска, либо же кого-нибудь из радеечки или из подземки. И там вообще глушь. Просто никого нету. Прям до талого, до последней минутки там сидел. И никого так и не встретил. Видимо, на этом моменте мы, наверное, и будем заканчивать нашу сегодняшнюю серию, поэтому всем тем, кто досмотрел до конца, просто огромное спасибо. Ну и, конечно же, не забывайте про лайк под видео, коммент под роликом, ну и подписочку на канал, чтобы каждый день не пропускать новую серию. Ну и так, чисто интереса ради, играйте совсем с разными оружиями, даже с теми, с которыми вы никогда не играли, ведь, возможно, они вам очень даже понравятся. Ну а я с вами прощаюсь, увидимся завтра. Пока!